Мы сегодня украшаем елочку. Я за елочкой иду. Так, вот за игрушками сейчас иду. Помогать. Украшать елку. Смотрите, сколько игрушек. Знаете, какие самые лучшие игрушки у меня есть? Блин. Это дорогие игрушки, наверное. Вот. Это ревны. Так, несу игрушки. Для елочки. Вот, смотри. Так, вот елочка, смотрите, вот ее украшение. А это тоже елочка, смотрите. Сейчас будем прямой эфир снимать, наверное. Алло. Что у нас еще есть? Так, понесу все коробки. Вот. Новый год. Какая большая елка, мне понравилась. Что нести вообще? Наличий нету. Блин, как это нести? Мне с телефоном трудно. Ладно, давай так. Эти игрушки перенесем так. Вот шишки. Не, мне все равно, что я несу. Мне нифигово, но... Ну да. Тихо. Иду за... Сейчас будем украшать елочку. Еще снимать буду, как она снимается, елка. Так. Мишуру давай. Прихватим. Так. Несу. Мишуру. Вообще-то белая мишура для прикола. Так, да-да. Все, секундочка, сейчас пройдет. Вообще... В прямом эфире елку не будем снимать, а в камеры нам будем снимать. И вообще, в чем прикол? В том, как бы говорится, что... так говорится, что... Ой, что я повторяю? Сейчас вот я вам лицо свое не сниму. А, я уже снимала как раз. На канале есть. Если вы найдете... Кадры много людей попадалось у меня. Если вы смотрите мои ролики, то уже что-то... Подарки всякие, ролики выходят, выберу свой подарок, приколы. То что-то вам интересно, как на прошлом интересно. Так, моя фигура уже видна. А ладно. Это вы не слышали и не видели. Все, елочка, неси красоту мою. Вторая часть, как украшаем елку. В общем-то, вот как украшается. Давай фонари вешать. А как они хоть... О, класс! Давай, это можно направлять? Тихо! Это не работает, она... А вот наша мишура будет. Ну, потом... Не может с утра... А это котик мой, наш котик, котик, поздоровайся, чтобы подписались. Он говорит, подпишитесь. Ну, если вы этот ролик смотрите. И фонарики. Вот, мне надо было елку покупать. Как украшаем елку, мы тоже смотрим. Все, елка вот такая будет. Скажите, красота! И всем пока. Говорите, красота, красота, красота. Я выключаю запись.